давно мы в полном грузу не ходили. Ну, а то, если кто-то пропустил, это увлекательное зрелище. Завтрак, можно сказать, окончен. Один человек только пришел, и он уже ушел. А мы наготовили на целую банду. Холодильники просто забиты. Туда ничего не помещается. Два штуки на порцию. Вот так. Вещь. Это вещь. Буля-лё. Попросили пацаны буля-лё. Кто не знает, ничего сложного. Он довольно-таки приятный. И его можно, так сказать, сварить на наш европейский манер. Вообще-то, когда у меня фрикаделевый суп на второй день, я добавляю фрикадель. Маловато. Хлебушек хорошо. Хорошо метели. Хлебушек. Опа. У остальных видно сырки митинг. Пиво в холодильнике. Так что можно собираться и приду. Добрый морник. Давно мы в полном грузу не ходили. Такое впечатление, что он прямо вот сейчас рукой достану. До воды. Загрузились по самое не хочу. Надо что-то делать. Делать что-то надо. Ну а то сырно, если кто-то пропустил, это увлекательное зрелище, я вам даже напоминать не буду. Перца. Это не очень, ну, как по моему вкусу. Туна, она такая пресноватая, поэтому приходится ее маленечко лучше. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. Нового листа будет, ну, уже как-то, уже, блин. Лук, чеснок, само собой. Кстати, вчера за сардины в масле услышал большое филиппинское спасибо. Давно я им не делал, а они соскучились. Жареным сардинам в томате. Томате, а в масле сказать томате. Так, ну все. Это вот. Пожарим яйца. Пойдем достанем тостик. Время еще есть. Я еще вспомнил за. Теперь-то у нас более-менее свежий хлеб. О, уже пожарились. Свежий хлеб, а этот эрзац зольдатский. Надо каким-то образом утилизировать. Хоть таким, хоть немножко.
по крайней мере, то, что разморожено. Видите, какой еще бедняжка весь кривоватенький. То, что пока был свежий, его пихали куда-то, пихали, он и допихали. Что-то спится хорошо. До сих пор. Ладно. Я еще посплю немножко. Так, за ночь не доели. Отбивнушечки. Даже курятину не доели. О, картошечка. Это хорошо. Вчера она не поместилась в холодильник. Холодильники просто забиты. Туда ничего не помещается. Более. Достаточно. Так, ничего не помещу, хотел. Я что-то хотел. Тарелки. Тост. О, уже следующая партия готова. Так, а, картошечку. Картошечку я разжарю. Ой, как приятно браться вот теперь за эти выскобленные, вымытые переключатели. Вы себе не представляете, как приятно после того, как я их отскоблю. Все, пришел пироги. Решил пока, он не плещет прям в иллюминатор, слегка его помыть. Вдруг что-то интересное будет, а он меня забрызнет. Хотя это не значит, что через 5 минут сюда не хлюпнет. И все станет. И все станет опять. Соли. Грязи не будет, соль будет. Но на всякий случай. Хорошо. Но прохладно. Все время такой сильный поток прохлады нам не нужен. Закрываюсь. Задраиваюсь. Это волна с того борта. Если б с этого была, уже б хлюпала только так. В мой иллюминатор. Ну как. Четко волна уходит. Это летом было, конечно, актуально. Прохладу на кампусе добывать любыми способами. Сейчас, напоминаю, октябрь. Так, жарко. Так, что хотел? Что-то делать. Завтрак, можно сказать, окончен. Один человек только пришел. И он уже ушел. А мы наготовили на целую банду бандитов. По крайней мере, человека на 4. Придется самому все съедать. Потом. С этой стороны забрызгивает. А я думаю, чего не видно берега, мы вдоль Хорватии. Что там моряки делают? Стрелят! Ой, блин, что-то у меня.
ветра нет с этой стороны, так нормально. Покачивает. Ладно. Пью спокойно свой чаёк. На волну с кулой бьемся, поэтому такие толчки небольшие. Ну, в общем, все красиво. С этого борта. Ну, с того увидели немножко. Что, пора чем-нибудь заняться. Рыба размораживается. Рыбу я на ужин. На обед пущу. Суп у меня готов. Хвосты посмотрим, какие они хвостные. Сразу видно. Купили сколько надо в супермаркете. Резанные, отобранные. Без всякого якого. Говорится, любо-дорого. Да? Два штуки на порцию. Вот так. И все будет тут. Нифига себе он орет. Вот ради интереса я глянул. Цена 6,49 за килограмм. Кусочек весит 630 грамм, 4,09. 4,09 еврика. А вот здесь некоторые попадаются со смешной ценой 6 центов. На весах получилось 10 грамм. Вот дают черты. Хорошие у них веса. Здесь нормальная цена. Где-то я еще видел. Где-то я еще видел такой же прокол. А вот еще тоже 6. Тоже 6 центов. Ну ничего, ну не думаю, что нам Шефшандлер выставил эти 6 центов. Думаю, выставил он нормально. По Шефшандлерски. Ну вот эту уж совсем мелочь оставлю на бульоны. А это сейчас будем варить. Кипяточек набросал, сейчас оно закипит, и будет нам счастье. И надо бы эти мусор вынести, здесь тоже прилично. И чувствую, надо классом заняться, потому что он хорошо уже пахнет. Вот он. Надо попробовать. А еще тот не допил. У меня там еще есть. Есть бутылка в запасе. Не то, что в запасе стоит. Никто ее особо не пьет. О! Сейчас он набирает. Уходит вот этот вкус дрожжей. Сейчас просто такой, его еще подгазировать, чтобы шампань была. И бомба. Ладно, потом поем. Буля-лё. Попросили пацаны буля-лё. Варим буля-лё. Кто не знает, ничего сложного. Нужен хороший бульон. В нашем случае это с хвостов.
лук, чеснок, имбирь в определенных пропорциях. Тут на два человека. Обжарить, залить, варить, потом добросить картошку, морковку вот таким способом. Когда она будет средней готовности, добросать вот несколько кусочков белой редиски большой. Вот это мороженое, стручковая фасоль резаная, перец. И чуть попозже капусту, лук-пюре и пару небольших кусочков хвоста. Так, это у нас закипело. Надо доварить немножко это. О, хорошо кипит. Сейчас можно все остальное бросить. В принципе, кто не знает, на филиппинский манер, в принципе, любые овощи должны быть в хрупочку. Картошка, она должна быть недоварена. У нас этого, конечно, понять сложновато. Ну, в их понятии она должна быть недоваренная. Лаврушечки туда еще. Чуть-чуть лаврушечки. Потом попробую, что она такое. Мне кажется, еще мои. Не мои, наши. Бычьи хвосты не доварились. Времени еще вало для 12. Когда хлебцы придут с отработок. Так, а сейчас надо заняться рыбой. Пожалуй, на этом все. Отложу в сторону. Ну, вот такая жижа получилась. Еще пару половников бульона добавлю и мясо. И в таком виде. Еще нужно фиш-соус. Фиш-соус можно было сразу, когда обжариваешь овощи, ну, лук. Ну тогда такой запах стоит, что я в конце просто добавляю. А если не добавляю, у них на столе стоит, они сами туда эту пахнущую, скажем, чем вещь подкинут. Поперчу еще, неудобно держать черным перцем. И на этом все. В принципе, он довольно-таки приятный, и его можно, так сказать, сварить на наш европейский манер, то есть овощи доварить, чтобы они были сварены. Ну, на хорошем бульоне такой овощной суп. Только, конечно, капусту вот такими ломтями никто не поймет, так это еще маленькие. Они так чуть-чуть на 4 части. Так, по-богатому. Ладно, все, что-то я заговорился, надо арбатом делать. Это когда у меня фрикаделевый суп на второй день, я добавляю фрикадельки, потому что если их бросить в первый день, их все равно все выловят. Выловят, блин. Так что если я рассчитываю на два раза, я чуть-чуть оставляю, чтобы просто подварить и соединить. И будет много, ну, относительно, конечно, фрикаделек. А так, вчера бы все это выловили, и сегодня там бедненькие 3-4-5 плавали, да и все. Так. 5 минут и будьте любезны. Все, к рыбе. Это уже Италия показалась. Какой-то орой. И газовыми табуретками. А у нас дым коромыслом рыбу жарю. Вентиляция хреновая. Какая чудесная погода. Да,
вас finito. La mia mente. Все по домам. Блин, мухи налетели. Что-то неохота с ними сейчас бороться. Все накрыто. Потом заберу. Черти закрепили аж, блин. Поломали все, все дерево поломали, блин. Тянули, как с ума сошли. Караванчик весь, блин. Говорят, на Испанию пойдем. Говорят. Но это так. Будем посмотреть. Все, нечего там у них делать. Интернета нет. Идем далеко. Разве что завтра поближе будет. Через сутки. Ну, соли там какое-то. Какое-то будущее предложение. С Испании какие-то. Что-то в ящиках. А будет оно, не будет, а у вас. Мы еще не пришли, не выразились. Все, отдыхать. Всем спать. Свои колбасные изделия, которые прикупили. Сейчас будем кромсать. Дело это нелегкое, даже таким острым ножиком. Такую хорошую бумажечку надо заворачивать. Не так стрёмно, как я, конечно. Но обязательно в бумажку, иначе... Конечно, кусочек не такой большой, но если пленку его заматывать, он к концу исполнения может просто... Неприятно пахнет. Заранее накромсал. Вот это мы отложим. И приступим к другому. Тоже неплохо. Очень даже неплохо. Конечно, мы тут, блядь, обжираемся колбасными изделиями. Нарезочка, я понимаю. Красота. Жижа готова. Теперь туда хором чуть помешиваю острый. Пусть прокипят. Ну, кипит, другое снимаем. Макарони. Вон, прям солнце аж заглядывает сюда. Аж палит. Коротка кольчушка.
маловато. Хлебушек хорошо. Хорошо метели. Хлебушек. И это радует. Так, ну а кроме хлебушка у нас супу навалом. Стоп немерено. Ай. Чистая вещь. Опа. Только три человека поел. У остальных видно сыфти митинг. Я видел пиво в холодильнике. Так что можно собираться. И придут. Придут на потом. Пора сюда сматываться. Я уже что тут только не делал. Они все ходят и ходят. Риса жрут немерено. Рис. Нет, чтобы хвостов хвосты. Рис. Глаз станет тусклым. Вот. Главное хвост. А, правильно. Все, всем спокойной ночи. Ну это я по манной каше ударяю. А тут отбивные. Так, фантастично. Такой у нас нынче расклад. Симпатичный закат. Я полез в интернет. Пока он рядом. Рукой подать. Кажется, давненько я не брал в руки шашек. Вот это мясо, которое, как для меня, если его жарить, у него вкус молока какой-то пробивается. Что называется, руки в карманы. О, над Италией солнце, над Сицилией дожди и туманы. Так, филиппинцам вроде европейцам. Это пирамида, так обзывается, Стромболичо. Оценивайте это видео, пишите комментарии, подписывайтесь на мои каналы в YouTube, Яндекс.Дзене, Телеграме. Все контакты даны в описании к ролику, там же реквизиты для тех, кто захочет поддержать автора материально. Всем здоровья, удачи и мирного неба над головой.